Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи в студии Мария Рудая. Сегодня у нас в гостях Владимир Янаки, член Союза художников России. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Расскажите, пожалуйста, 5 сентября губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов вручил вам почетную награду благодарности президента Российской Федерации Владимира Путина. Расскажите, за что вы получили вот такую высокую награду и впечатления ваши. Награда была вручена за организацию и проведение большой масштабной персональной выставки живописных произведений в Сирии на российской авиабазе «Хмеймим» в апреле мае 2017 года. Но также для меня очень важно, почетно и приятно, что отмечена не только моя творческая компонента, а также моя большая общественная благотворительная работа, которой я занимаюсь уже последние годы в Рязани. В принципе, эта выставка, она имеет большой характер не только как показ моих картин, ведь кроме, собственно, представления самого гарнисажа в выставочном зале на базе, кроме этого, я еще привез и подарил нашим солдатам-офицерам большое количество Печатной сувенирной продукции, это постеры моих произведений, открытки, буклеты, календари с моими картинами и много другого. Вообще выставка была воспринята военнослужащими очень хорошо. Многие после просмотра работ просто подходили мне и говорили, что как будто побывали дома. Потому что работы, представленные на этой выставке, это работы, созданные за последние пять лет. В основном это большие сюжетные жанровые картины, а также пейзажи по центральной России и северу России. Это Северная Карелия, Кольский полуостров. Многие военнослужащие узнавали родные места, или места, похожие на их дом, это было очень важно для них. Главная цель этого проекта для меня было поддержание морально-патриотического духа российских солдат и офицеров, возможность помочь им, для того, чтобы они почувствовали, находясь вдалеке от родины, ну, на переднем краю борьбы с терроризмом в Сирии, чтобы, чтобы они почувствовали кусочек родины, и для того, чтобы им было, ну, искренне мне хотелось, чтобы им было проще переносить тяготы службы вдали от родины, потому что все-таки условия там очень тяжелые, это как бы и жара и разные обстрелы и так далее. В общем-то, для этого именно эта выставка и была организована. Но, конечно, организатором было Министерство обороны Российской Федерации, которое мне предложило провести данную выставку, которая мне во всем помогала, естественно, и помогала и опекала, в общем-то, полностью во время, во время этих командировок. Так что, конечно, эта выставка была организована мной с помощью Министерства обороны, при поддержке Министерства обороны. Также хочется отметить, Мария, что до того, как выставка попала в Сирию, эти же работы, эта же выставка была проведена в Москве, в самом Министерстве обороны. И также была высоко оценена командованием Российской Федерации, Министерства обороны. Вот вы правильно очень сказали, что там действительно очень тяжелые условия в Сирии сейчас. Это... И вот мы видим прекрасно то, что на международном уровне творится, и постоянно вот то, что творят белые каски, да, и какая информационная политика сейчас проходит. И, ну, и вообще, в принципе, там, я так понимаю, что все-таки небезопасно. Я... У вас это не первая командировка в Сирию, я так понимаю, что все-таки не последняя. Почему вас-то туда так тянет? Ну, Мария, дело в том, что я сам из семьи военнослужащих, еще мой дедушка служил на Северном флоте во время войны, был капитаном второго ранга, служил, всю войну провел на эсминце Гремящей, воевал с фашистами, они сопровождали конвои, которые шли из Англии, из Соединенных Штатов Америки. И, в общем-то, даже после войны он целый год еще служил в Германии, где они занимались перевозкой кораблей, которые достались Советскому Союзу по контрибуции. А войну он, службу, вернее, службу в вооруженных силах он закончил в 1960 году. Но также мой отец военнослужащий уже сейчас на пенсии. В общем-то, мне эта тема, она близка, интересна. И хотя у меня судьба сложилась несколько другая, я учился в институте имени Сурикова, в художественном вузе в Москве, но все равно как-то вот так, видимо, меня немножко это тянет. Ведь дело в том, что вот эти поездки, эти командировки в Сирийскую Арабскую Республику, они вообще для живописца очень интересны еще и потому, что ну, это не только было... Представление моей выставки для военнослужащих это очень важно и почетно. Ну а также ведь у меня было время посмотреть и сделать там небольшие наброски, этюды, зарисовки. Для художника это очень просто потрясающая возможность посмотреть эту восточную страну, потому что это совершенно другие колориты, другие краски, ну, абсолютно все другое, даже религия другая, еда другая. В общем, национальный колорит это очень интересно. И как раз сейчас вот по материалу уже. Который, ну, который я собирал полтора года назад почти, я не хотел сразу это делать, а все-таки хотел, чтобы прошло время для того, чтобы как-то внутренне это переварить, материал, чтобы это не были такие вот просто беглые, беглые такие зарисовки. Вот. Я сейчас работаю над эскизами, к большим уже таким масштабным сюжетным картинам по Сирии. И где-то вот через два года они уже будут готовы, я буду их показывать на своих выставках. Это будут ну, не просто, вот не только пейзажи, не просто пейзажи, а это будут именно вот сюжетные картины с действием, с людьми. Ну, картины на тему войны, конечно. Я так немного раскрою. Секрет небольшой. Это картины на тему войны, картины на тему трудностей войны, какое это горе представляет сирийскому народу. Ну, и эта тема картин будет называться На Сирийской земле. Ну и вот самое, наверное, обидное, то, что вот буквально несколько лет назад просто с лица земли стерли памятники древности, просто уникальные, да? Возможно, что-то останется на ваших картинах, в вашей памяти. Ну, уже на самом деле осталось на некоторых портретах э, российских военнослужащих, которые я делал. Вот в том числе один портрет был сделан в Пальмире. И там есть как раз вот часть арка, колонн, которые э, террористы не успели взорвать. И вот там они изображены на этих работах. Но также я искренне надеюсь, Мария, что еще в дальнейших э, своих творческих поездках э, я еще соберу материал и еще будет много новых работ. Меня эта тема очень волнует, ну не только как гражданина, патриота, помощи российским военнослужащим, но и просто как художника-живописца. Очень заинтересовала и хочется действительно очень серьезно, творчески по этому поводу высказаться. А у меня есть что сказать вот, после такого количества работы в Сирийской Арабской Республике. Владимир, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что будет как раз действие, будет человек. Я и хотела задать. Вы просто предвосхитили мой вопрос: на самом деле, какое место занимает человек в вашем творчестве? Ну, вообще, человек в живописи это главное для художника. Ведь есть разные, разные виды живописи: это портрет, пейзаж, натюрморт, но считается ну, главным видом, таким наиболее сложным, и не все могут это делать. Это большая сюжетная жанровая картина. Это как раз то, где, где, находятся, где изображены люди, где происходит определенные действия, сюжет. Ну, если вот приводить примеры в истории русского искусства, это художники Василий Суриков, Илья Репин, то есть такие большие вот сюжетные картины, как «Боярня Морозова», как «Утро стрелецкой казни», как «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком». То есть вот это вот как раз именно сюжетная жанровая картина. Самая сложная и самая главная в живописи. Она ведь почему считается самым главным и самым сложным видом в живописи? Потому что в ней сочетается и портрет, и пейзаж, и натюрморт, и даже часто анималистический жанр то есть изображение ну, различных животных, птиц, кур, собак, кошек, и так далее. Ну, то есть, это прямо жизнь на полотне. Да, да. И, конечно, эти картины они делаются очень долго, не один год. Это не просто вот быстро они делаются, а собирается к ним материал. То есть, это большая режиссерская работа, уже вот по этому материалу по рисункам, по этюдам, по огромному просто количеству материала, она уже как бы режиссируется, ну, как фильм, как вот как, как режиссер кино, вот, точно так же и художник, он режиссирует эту картину, потом размещает эти фигурки да, в пейзажи. Но, как правило, желательно, чтобы было как можно больше материала. То есть все эти персонажи, они э, взятые из жизни, они где-то нарисованы с натуры. И портреты, и пейзажи, э, и натюрморты, все это такие конкретные объекты, конкретные люди. Поэтому считается сюжетная картины – это самое сложное, ну и самое, такое, самое важное в реалистической живописи. Владимир, ну сейчас, наверное, очень интересное время, благодатное для творчества, в том числе для художественного творчества. Появляются новые техники, появляются новые материалы, новые краски. Вот. А вы с чем любите работать? Ну, вообще, Мария, я работаю в основном это масляные краски и холст. Также в последнее время я очень много работаю на картоне особенно, ну, это специальный картон художественный для художников, он специальным образом проклеен, загрунтован, существуют разные способы, разные составы, разные рецепты этого грунта, этой проклейки, и я все это знаю, использую в разных вариациях. Также вот, ну, это что касается именно натурной работы, потому что натурные этюды, натурные пейзажи, они делаются достаточно быстро, это один-два сеанса, поскольку, ну, меняется время дня, меняется Погода, и сложно, допустим, это не как, не как в студии, когда можно несколько сеансов, много сеансов работать над каким-то холстом, над натюрмортом или над сюжетной картиной. Поэтому и материалы используются соответствующие краски я всегда мешаю, но ну, это такие технические небольшие мои, можно сказать, какие-то секреты. Я пишу всегда на лаках натурные работы. Это и лаки, и импортные лаки. Они ускоряют высыхание красочного слоя. Но также использую разные, разные технические приемы, разные инструменты, особенно для небольших натурных этюдов. Вот на примере, на примере этюдов, которые сейчас представлены на моей персональной выставке в поселке Белоомут Луховицкого района, можно привести пример там как раз много небольших натурных этюдов которые я пишу и с помощью мастихина это такой небольшой мастерок он используется для более корпусной более густой кладки масляной краски для передачи фактуры это очень важно особенно вот для работы с передним планом для того чтобы передать плановость в пейзажи то есть использую весь, ну, стараюсь использовать весь широкий диапазон технических средств а вообще, в принципе, мне в живописи нравятся художники, ну, к которым я стремлюсь как-то вот, быть на них похожим. Это художники конца 19-го, начала 20 века. Было такой, была такая организация, называлась «Союз русских художников». Она еще была во время Российской империи. Ну и там были такие художники и живописцы, как Константин Коровин, <coughs> Леонард Туржанский, Петр Петровичев, Исаак Левитан. И мне хочется в своем творчестве тоже хоть немножко быть на них похожим. В чем, в общем-то, их, в чем, в общем их ну, отличие от многих других, допустим, ну, в том, что они очень много работали на пленере с натуры, на пленере и с натуры. И в том, что они любили писать солнце. Например, вот такие художники, как Абрам Архипов, Жуковский. У них очень много солнечных работ, а это сложно передать. И не все живописцы вообще умеют писать солнце. У меня вот в моих работах много солнечных пейзажей. И мне хочется верить, что я в чем-то вот похож на тех мастеров, на тех больших русских мастеров. Невозможно просто не любить тех мастеров, про которых я сейчас говорил. А вообще, я закончил лучший в России художественный институт. Мне очень посчастливилось институт имени Сурикова в Москве, и учился у величайшего русского живописца Валентина Михайловича Сидорова, закончил мастерскую Валентина Сидорова. Валентин Сидоров, он до сих пор преподает в Суриковском институте. А 5 мая этого года ему исполнилось 90 лет. Вообще, Валентин Михайлович – это ну, мастер всемирного, всемирно известный мастер. У него в последние годы идет серия больших персональных выставок и за рубежом, и в России, в Русском музее. И, конечно, большое счастье учиться у такого художника. Для Валентина Михайловича главное, одно из главных критериев живописи – это композиция. Это именно то, что дает выразительность произведению. Владимир, к сожалению, у меня к вам последний вопрос. Время программы подходит к концу. Вот вы говорите, что вы любите пейзажи писать, солнечные пейзажи. Вот какое место Рязанский край занимает в вашем творчестве? Мария, да, вот очень много именно натурных работ пейзажных: и солнечных, и пасмурных, и лето, и осень, и первый снег, и весна вот за последние 3-4 года я написал, как раз именно. В Клепиковском районе Рязанской области, в деревнях Андронова и Малахова. Там у меня у брата есть домик, в который я люблю приезжать, когда есть свободное время, на пленеры. Это небольшие поездки, буквально 2-3 дня. Ну, наверное, полсотни работы я там написал за это время. И в пейзаже мне все-таки нравится также передавать такие краткосрочные состояния, например, первый снег в позапрошлом году, 26 октября, я туда приехал. И как раз в Рязани еще было тепло, стояла золотая осень. А там, поскольку это мещерская низменность, уже выпал снег, и из-под снега торчала зеленая трава, дубы такие желто-бурые стояли. И вот я там как раз написал несколько работ, которые сейчас вот на моей выставке персональной в Белоумусе экспонируются с первым снегом. Такие состояния, они буквально вот, ну, несколько часов. А уже потом, к вечеру, все растаяло. А контраст цветов какой, да? Ну, конечно. То есть, когда есть под снега торчит зеленая трава на переднем плане, это просто ну, потрясающе. Владимир, спасибо большое за то, что пришли сегодня, рассказали нам о своей выставке, вообще о своем творчестве. И вам спасибо, Мария. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город».